Из всех богинь в искусстве песня «Недотрога». Она бестленна, подвластна слуху сердца. Она прекраснейшая из невидимых. Думаешь об этом, когда слушаешь гультячак и талгат. Песни, которые они поют, дышат, звучат. И возникает ощущение, что вот-вот они соскользнут в зал, обнимут, согреют душу каждого. Представляем вам дуэт «Пара». И самая творческая, самое, ну, как вам сказать, стремление к тому, что гармония в музыке, в жизни Хасеновой гультячак. Добрый вечер. Всех рады видеть. О, земляки наши здесь появились. Профессора. Опоздавшие. Здравствуйте всем. Да? Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Сейчас такая волшебная пора, пора встреч. Вот. Мы сегодня подготовили, наверное, за один выход не покажем, но в данный момент я хотела бы, пользуясь случаем, пригласить всех 25 числа на концерт, если вы вспомните через несколько дней. А нас 25 числа в культурном центре Виталия Вульфа, Банный переулок 4, это проспект Мира. Есть библиотека, при библиотеке культурный центр Виталия Вульфа. Там будет живой концерт. В составе у нас будут очень интересные музыканты, контрабасист, лауреат многих конкурсов Григорий Зайцев. Скрипачка с нами будет, Екатерина. Так, фамилию только не помню. Гурдева, да? Артемьева Екатерина на скрипке будет играть. Толган за роялью будет. Ударник у нас будет Денис Хакба. Парень из Абхазии. Шикарный барабанщик. В общем, будет очень хорошая программа. Музыка 50-х, 60-х. Ретро-программа. Проект называется «Мы из СССР». Поэтому добро пожаловать. 25 числа в 6 часов начала. Это будет воскресенье. Приходите, вместе проведем этот день. А сейчас мы вам споем пару песен из этого проекта. Музыка Колкера. Писал он в свое время для своей супруги любимой Марии Пархоменко. Красивые слова, да? Есть много слов красивых, только вот очень важно в жизни произносить их. Эти слова однажды, если бы слов заветных люди не повторяли, этим словам, наверное, больше бы доверяли. Thank you.
сказала однажды, если бы слов заветных люди не повторяли, этим словам, наверное, больше бы доверяли. Словами. Еще одна замечательная песня «Утоли мои печали». Спасибо.